В начале данного видеоролика хочу, ребята, к вашему вниманию представить увлекательный канал Клерта. На канале этого парня вы найдете такие видеоролики, как обновление 5.0, дуэль против подписчиков, как сделать топовое превью и, ребята, многое-многое другое. Обязательно перейдите, подпишитесь, поставьте парню лайк. Все необходимые ссылочки есть в описании, а мы продолжаем. Всем привет, ребята, Кент на проводе. И сегодня у нас будет кое-что необычное, а именно мега открытие кейсов. Так что, ребят, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и еще один небольшой интерактивчик. Прямо сейчас перейдите в комментарии, да? Ну, вы поняли, комментарии там где-то снизу. И напишите, как вы думаете, выпадет ли мне сегодня что-то хорошее или нет? Или я, как обычно, ребята, останусь ни с чем? Так что, пожалуйста, напишите в комментариях вот прямо сейчас. Типа напишите, Кент АПК, я думаю, что ты нуб, и тебе ничего не выпадет. Или, возможно, Кент АПК, а я думаю, что тебе выпадут тычковые ножи. Так что, ребята, обязательно напишите, и мне будет интересно почитать. Также поставьте лайк, потому что ваши лайки мотивируют меня снимать гораздо больше подобных видеороликов. И еще, ребята, я хочу принести перед вами небольшие извинения, потому что у меня, короче, было 30 кейсов. Ну, то есть 3000 золота. Но потом так вышло, что я, короче, начал открывать кейсы. И я, короче, ребят, так лоханулся, потому что, знаете что? Оказалось, что я все время, ребят, не снимал видео. То есть я открыл, грубо говоря, 3 кейса. И я смотрю, а запись-то не идет. Ну и поэтому у меня сейчас 2700. Ну вы, короче, представьте, что у меня, ребят, 3000, и просто первые 3 раза мне не повезло. Ну что же, поехали дальше открывать наши кейсы. Ну что ж, ни пуху, ни пера, поехали. Надеюсь, что, ребят, хотя бы в этом году, вот это, знаете, получается первое открытие кейса в этом году. Чтобы, что хотя бы мне в этом году повезет. Но начинаем, ребят, наше открытие кейсов с самого плохого скина, а именно USP. Ну, спасибо хотя бы не Injection, и на том спасибо. Поехали. У нас еще 26 попыток, ребят, шансы то, что мы сегодня получим что-то хорошее, очень высоки. Так. Но пока что, ребята, мне чё-то не везет. Глок. Блин, чё-то я вообще, ребят, какой проклятый день. Так, ну ладно. Еще рано печалиться. Вот если уже будет 5 попыток, и у меня ничего хорошего не будет, вот тогда, ребят, уже можно огорчаться. Да ну, блин. Да ну, вы чё гоните? Да ну, вы чё издеваетесь? Давайте нормальные скины. Я хочу керамбит, хочу гуднайф, хочу тычковые ножи. Вы издеваетесь? Я, блин, задонатил большие бабки, я хочу что-то нормальное, так что давайте без этого. А то как-то не по-пацански получается. Так, смотрим. И мне выпадает УЗИшка. Прям оружие моей мечты. УЗИ. Радует только одно, то что у меня его раньше не было. Идемте дальше. Так, что-то я даже... Кажись, был Good Knife, или мне показалось? Напишите в комментариях. И обратно попадает УЗИшка. Слушайте, я, кажись, собираю коллекцию УЗИшек, а не убиваю нож. Так, что-то, ребят, вообще все очень-очень плохо. Знаете, что особенно плохо? То, что подняли цены на донат. Раньше в Украине цены были довольно-таки дешевые. О, там был керамбит! Опа, первый нож! Да, ребят, да. Это белая полоса. Хоть мне этот нож выпадал уже миллион раз, но, ребята, я уверен в том, что это белая полоса. Все, поехали. Короче, запомните этот день, потому что, ребята, сегодня кенту должно повезти. Поехали. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, нож выпал, это уже хорошо. Опа, там были тычковые ножи. Так, я уже видел тычковые ножи, уже видел керамбит. Слушайте, вроде бы неплохое начало. Ну, хотя так себе. Хотя, честно говоря, так себе. Могло бы что-то получше выпасть. Так. А ну-ка. Опа! Там был... Что там было? Там, кажись, были тычковые ножи. Или мне опять показалось. Слушайте, это меня немножко пугает. Это уже, ребят, не смешно. Это уже вообще не смешно. Учитывая, сколько денег я уже вложил в открытие кейса, это, ребят, вообще не смешно. А ну-ка. Ребята,
У меня прям сейчас пойдут слезы счастья, потому что мне выпал АВП Injection! Ах, мой любимый, дети, возьму! Продолжаем дальше открывать кейсы. Блин, ну я нуб. Чё ж так не прёт-то? Так. Ну чё, керамбит сегодня будет или нет? Ага, это у нас скин на Галил. Но данный скин у меня тоже уже есть, поэтому, ребята, увы и ах. И у меня остается ровно 18 попыток. Ну что же. Выпадет ли кенту что-то сегодня хорошее или нет? Вы это узнаете дальше, так что не перематывайте это видео. Вот кто перемотает это видео, тот вообще, ребят, плохой человек и редиска. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, вы ждете продолжение школы нубов или нет? Мне просто интересно. Блин, ну сколько ножей пролетает мимо, и ни единый не падает мне в инвентарь. Зато шок и АВП инжекшн мне, ребят, выпадает каждый раз. Ох, ну это крайне обидно и крайне неприятно, потому что, блин, я сколько задонатил, а мне все равно ничего не упадает. Так, еще одна УЗИшка, не, ну это уже не смешно, у меня же сколько УЗИшек-то? Ё-моё. А, не, извиняюсь, а то сейчас напишите в комментариях, кем-то пока ты нуб. Да, ребята, это ТЭК-9. Все, знаю, вижу, перепутал, случайно, не хотел. Продолжаем дальше. Какие хорошие скины. О, какой же был крутой скин. Но зачем кентухе крутые скины, если, ребята, есть скины на АК, которых у меня уже пару миллионов. Неприятно. Так. А ну-ка. Это еще одно... Инжекшн, ну только R700 инжекшн. Как же я ждал этот скин. Ребят, я сейчас прослезюсь. Инжекшн, я тебя люблю. Продолжаем дальше. У меня осталось 13 попыток. Так. Надеюсь, хотя бы в этот раз не инжекшн выпадет. В этот раз мне, ребята, выпал не ОП инжекшн, а просто АВП. Ну, скажем так, я хотел чего-то получше. Продолжаем дальше. Ребят, просто, без лишних слов, просто открываем кейсы. Так. Да ну вы травите! Да засуньте себе в попу эти УЗИшки! Блин, значит, цены на донат подняли, а кентухи все равно ничего нормально не упадает. Все, короче, не буду больше снимать открытие кейсов, если мне так не везет. Я, блин, уже, ребят, сколько задонатил, сколько раз снимаю открытие кейсов, сколько потратил своих сил и так далее, а в итоге это вообще не окупается. Это, ребят, вообще невыгодно снимать открытие кейсов. И просмотров, в принципе, не так уж и много, как и на обычных видеороликах. Ну, короче, крайне обидно. Ну, хотя, а вдруг мне повезет, да? А вдруг так под открытие кейсов, ребят, под конец открытия кейсов мне немножко повезет. Ну, а мало ли, да? А вдруг повезет, кто его знает? Но пока что... Ага, я уже больше половины кейсов открыл, но мне все равно не везет. Ну, давайте дальше открывать кейсы. Так. Еще одна УЗИшка. Я не знаю, но что это за черная полоса в моей жизни? Блин, как мне это злит. Все, короче, больше не буду снимать открытие кейсов, если мне упадает такая лажа. Я-то думал, что хотя бы сегодня мне, ребят, такой хороший день выпадет что-то нормальное, но нет, мне выпадают одни глоки, одни УЗИшки, одни 5-7, одни USP-шки. Ну, короче, пацаны, вообще не прет. Вообще просто не мой день. Да и вообще, кажись, открытие кейсов, вот, ребят, ну, не мое, мне так кажется. Я их, короче, буду снимать гораздо реже, потому что я снимаю, а профита вообще нету. Так, осталось 7 попыток. Ну, скажем так, не так уж и много, но все-таки шансы, то, что мне выпадет что-то хорошее, еще, ребят, остаются. Ну, лучше бы мне уже выпала эта катана магма. Я был бы и то больше и рад, чем скину на АК. Потому что этих скинов на АК у меня уже просто выше крыши. Так. Мне надо просто, ребят, один скин на керамбит.
Да ну, второй нож! Да ну! Я скажу вам только одно, что это уже не смешно и не весело. Потому что, ребят, было смешно и весело, когда открывал 10 кейсов, когда 20. Но когда я задонатил на 30 кейсов, мне, ребят, выпадает, ну, вот такое дерьмо, это уже не смешно. Это уже обидно. Так, продолжаем дальше. 5 попыток. Ну, ну, а 12 выпало, да? Мне так кажется, что у меня уже есть вообще, ребята, почти любые скины. Кстати, знаете что? У меня есть идея, давайте так. Напишите, пожалуйста, в комментариях, типа, Кента ПК, покажи свой инвентарь. Ребят, я уверен, что мой инвентарь вас удивит, потому что я уже сколько раз открывал кейсы и на видео, и на стриме, да и просто без записи. У меня, ребята, в инвентаре сколько всяких скинов, что вы будете просто в шоке. Так что, кому это интересно, напишите в комментариях, мол, Кента ПК, покажи инвентарь. Ну, остальные подписчики, просто пролайкайте этот комментарий, чтобы он вышел в топ. И если вам, ребята, будет интересно, я обязательно сниму по поводу этого видео. Ну что, поехали дальше. Так, ух ты, там было два ножа. Надеюсь, что хотя бы один мне выпадет. Но, увы, ах, мне, ребят, выпадает Галил. Эх, обидно. Осталось ровно 3 попытки. И мы, ребята, узнаем, зря ли Кента пока донатил все это время или нет. Давайте проверим. Опа, там был керамбитик. Так, так. О, там был нож! Там был крутой нож! Но нет, там был и керамбит, и крутой нож, но нет, нет, нет. Мне не повезло. Осталось 2 попытки. Ой, ребята, это меня пугает. Ой-ой-ой, очень сильно пугает. Это уже не смешно и не весело, и не интересно. Это уже, ребят, просто обидно. Выпадает в очередной раз АВП. А, R700, извиняюсь, извиняюсь. Я уже, знаете, я уже, ребят, сколько открыл этих кейсов, что у меня уже в глазах просто двоится. Ну что ж, последняя попытка. Поехали. Так, ну давайте, ребят. Там были тычковые ножи, были просто ножи. Была куча разных крутых скинов, но я же Кента ПК, и мне, как обычно, не везет, и мне выпал АК-47. Ну что я могу сказать? Могу сказать, что я, ребят, самый невезучий человек вообще, наверное, из всех ютуберов. Ну вот скажите, ну, блин, ну я уже задонатил очень много. Очень много раз открывал кейсы. Мне, ребят, каждый раз не везет и каждый раз выпадает АВП Injection. Ну я не знаю, мне кажется, что это какая-то порча. Какое-то родовое проклятие. Не везет кентухи, одним словом, потому что я, ребят, сделал мега большое открытие кейсов. Я уже не знаю, уже, знаете, уже как-то желание открывать кейсы дальше просто пропало, потому что, ну, сильно не везет. Это их буду открывать, но как-то, ребят, буду делать это пореже, потому что как-то настроения нету, что ли. Ну что же, пожалуйста, ребят, поставьте лайк, поддержите меня вашим хорошим, теплым, дружеским комментарием, подпишитесь на мой канал. С вами был ваш Кента ПК, мне, как обычно, сегодня не повезло. Всем удачи и всем пока-пока. И нажимайте на колокольчик. Все, давайте, ребят, всем пока-пока.